Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь неделю выходных. Здорово всем, господа хорошие, с вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас полицейские погони. Да, ребята, всем привет. Что ж, давненько у нас стражи порядка не наводили порядок в городе, поэтому сегодня, Лего, наш патруль полицейский вышел на охоту и видит какого-то маленького... Засранца. Он очень маленький, что за малыш? Знаю, это новая машинка, я ее только что приобрел себе. Ну, короче, как приобрел? Я ее угнал из игрушечного магазина, я охерел просто от этой дивной тачки, и мне она понравилась. Так, я что-то вижу, у вас номеров нету, поэтому ну-ка. Конечно нету, я ее угнал, блин, придурочный мент. Так, мы уже едем, ну-ка. А ты что такой маленький, ты что так пыряешь? Я же тебе говорю, я очень маленький, я могу хоть где проехать. Так, ох ты, ёпа-мать, воу. Минус колесо, я понял. Не. Ты куда защемил-то, алё, пацан? Алё! Вот в этом плюс маленьких машин, что здесь они могут пролезть, а вот этот большой гигант тоже все снес и пролез. У нас немножко этот, менты под пончиками, поэтому смотри. Нихера себе, у нас теперь тачка-кабриолет. А как ты туда залезть решил? Подожди, я пролезу, брат. Да подожди, да я залезу, ёпся. Ах ты, какой засранец, а. Ты что думал, я просто так тебя отпущу, что ли? Кстати, ну то, что ты там залез, это да, лайфхак нормальный. Я бы там точно не пролез уже. Но я попытался, по крайней мере, это сделать. Так, братюнь, иди сюда. Главное не упасть, пропеллер сейчас. Пропеллер? У тебя сейчас на заднице пропеллер будет. Слушай, ну ты мне колеса пробил, это очень плохо. Это очень хорошо, но... Господи, машина у нас не очень хорошая. Она просто ни в какую не хочет ездить нормально. А ты куда делся? Как куда? Мы пока машину убирали, мы тебя потеряли. Да ладно. А, господи, как ты там въехал-то, алё? Вот это плюс игрушечной тачки, да? Оп. Да она вообще какая-то это, маневренная, просто обалдеть. Она нормальная, да. Она прикольная, ее вот только выпустили, короче, эти китайцы сделали, да. Китайцы? Да, китайцы. А что не разваливаешься тогда? Ну как, разваливаемся потихоньку. Но пока едем. Господи, ну для моей машины это жестоко на самом деле. Габариты все-таки решают, да. Но я быстрее вроде. Да, ну в Лего Сити это, кстати, давненько не было у нас игрушечных тачек, поэтому, ну, это турбо, автотурбо. Ой. Дядя милиционер, вы где там? Вы видели меня, а чего вы спрашиваете-то, где я? Да я видел вас, но вы что-то чем-то там занимаетесь, непонятно. Мы пончиком подавились просто. А, подавились пончиком, я понял. Да. Давайте я вам помогу сейчас. Давай. А ты где? Я опять? На это тоже надеюсь. А ты где опять, ёбся? Я вернулся, а вас нет. А, ну пончики закончились. Да? Мы за новыми поехали. А у меня еще золотой пистолет есть. Золотой пистолет? Да. Нормально. Вещь хорошая. Но бесполезно. Ой. А что это было? Я не понял сейчас. Я не знаю, это уже не смешно, слушай. Ты у меня в здание врезался. А что за херня? Да какое нахрен здание? Я вообще на месте просто воткнулся в что-то. Перевернулся, и я даже на У не могу восстанавливаться. Что это за дичь вообще? Что это сделали с игрой с этой? Просто я ехал по дороге, я врезался в стену, в невидимую. Перевернулся, и все. Ты бы видел просто, что у меня происходит. На тебе лежит какой-то здоровенный кирпич просто внутри салона. Капец. Именем закона вы остановлены. Да, жесть. Это, короче, новая приспособа, походу, у ментов, да? Невидимая стена. Да-да-да. Да, я понял, окей. Я не знаю, но я ехал, ты, короче, врезался в здание, как я понял. Дурачок, да, такой? И не могу остановиться, да? Обкурен. Это все священные пончики помогли нам. Да, ребят, ставьте лайк, если вы видели, что я врезался просто в невидимую стену, ну а мы пошли дальше. Да, погнали. О, да, мой Volkswagen кабриолет. Volkswagen кабриолет? О, да. Я опять в стену врезался. Нормально, слушай. Не езди там, где стену тебе кажется. Не, мент, походу, покурил просто. А, пончиков опять. Все.
Он выехал на поиски преступника. Оба! Тихо, тихо, тихо. А ты, кстати, что не перешел за мента? Я перешел за мента, ты что мне говоришь? Вот только-только-только. Воу-воу-воу-воу, ты что такой быстрый, слышь, мелкий? Ну, не считая того, что у нее жопа как бы болтается, она, кстати, да, довольно-таки быстрая. 120 у нее максималка, но неплохо, неплохо. Нихера ты там шпаришь, слушай. Хороший кабриолет. Не знаешь, мне почему-то напоминает она машину этого Гитлера. Гитлера? Не знаю, почему ассоциация такая в голове. Ну, конечно, нет. За одним столом не сидел. О-о-о-о-о-о! Нихера, красивый какой! Ну почему ты так разворачиваешься долго, а дура? У меня, походу, реально детская игрушка, у меня даже клаксон не работает. Да ладно. Да, ты, наверное, пульт забыл батарейки вставить. Господи. Не, нормально, нормально. Ехал по дороге, взорвался, все ништяк. Просто причем на ровном месте взорвался. Нормально? Все ништяк, вокруг шум. Я не знаю, что происходит у тебя там, что за аномалия. Это весело здесь происходит все. Это весело. Ну, если весело, тогда норм. Заткнись, вот этот сирена меня уже достала. Ну, сирена, кстати, да, противная. Здесь я с тобой солидарен полностью. Так, я вот что-то пока там бордюры врезался, я что-то потерял тебя. А мы это, через оранжерею проехали. Оранжерея. Слушай, мне нравится машинка, она маленькая, маневренная и, в принципе, ну не скажу, что мега быстрая, но неплохая. Неплохая, вполне хороший такой кабриолетик. Самое оно от ментов удирать. Я понял, да. Ну ничего, сейчас мы вас найдем. О, привет, пупсик. Это, кстати, бордюр цепанул только что. О-о-о-о. У кого-то слишком заниженные тазы. А может, самооценка из-за этого? Да? А вот это что я, блядь, сейчас сделал? Вот это что я сейчас сделал? Ты что мне скажешь? Тоже бордюр? Это мой взгляд. Ой, господи. Я видел, как ты прыгал. Ну что делать-то? Давай уже ловить будем, что ли? Ай. Да что ты ни хера, слушай, не маленький. Ау! Господи. Господи, на две части тебя разгерачили. Ааа, мент позорный! Патроны! Господи. Падла! Господи, я еще и попал? Два раза. Телепортом? Наверное. Нормально. Ну ты как, ты же визуально телепортишься, а по факту же там есть. Да, ну похер, что я тебя не вижу, когда я телепорчусь. Ну это все стрельбище помогли тебе. Это сила священного пончика. Правда, пацан, ты накуренный, потому что я справа немножко лежу, ну ладно. Да? А у меня ты вот он передо мной прям вот весь. Я понял. А я в метре справа. Да, в метре. А, ну, бывает. Ну, а тебя слева, ладно. Блин, ну это было, короче, немножко непрактично, но машинка мне моя понравилась, она была хороша. Да. Негодник. Такой бил не подбежал. Ладно, ребята, еще один заезд, думаю, успеем сделать. И, в принципе, начинаем. Воу-воу-воу-воу-воу! Тут, блин, мусорянский арабиш устроили. Ладно, арабиш, мы украли. Знаешь, что мы украли? Я видел. Новенький Вартбург. Что? Вартбург новенький. Вартбург? Да, это мечта город. Моего деда. Я тебе говорю. Мечта моего Ладно, деда. Ладно, хорошо. Это новый вид волжаночки. Так. Лего-полицейские Лего-Сити увидели новую машину. А если быть точнее, единственную машину в Лего-Сити, они решили ее остановить, проверить документы. Да ладно. Ну да. Нет документов у меня. Я же угнал ее. Ты что, клаксон еще есть у тебя? Да. У меня тоже и что? А что она переворачивается? Алло. Не ну, надо. Ты не перевернулся, ты как бы на двух колесах ехал. На двух колесах, да, сейчас. Твой дед Вин Дизель, что ли? Это круче Вин Дизеля, это дед Вин Дизеля. Дед Вин Дизеля. Я понял. Так, ну джипарик, ну что с тобой вот делать мне? Ничего, я на пятую перешел. Да? На! Что? Ты в курсе, что я ничего не отлетел, как бы там даже не отлетело? А ты в курсе, что ты ко мне приклеился как будто, а? На тебе. На тебе. Да слышь, у тебя даже ни одной херни не отвалилось. Так это же раритет. Ты смотри, я сейчас базуку достал. Сейчас ты достанешь мне. Сейчас ты ответишь за тачку вообще. За тачку ответишь? Давай. На тебе под углом.
Господи. Нормально. У меня разлетело все, что можно было. Ну да, ты перевернулся еще. Ты наблюдательный, да? Ну, я такой, да, вообще. Мне вообще нравится над тобой издеваться. Я понял. Че, куда поехал? А, ты лоб-лоб хочешь проверить мой перед? Вот. На передок-то ты слабый. Да, на передок я слабый, значит, поехали зад. Будем контролировать задом тебя. Не-не-не, нам спереди понравилось. Ну, а тебе? В смысле колесо целое? Целое. В смысле целое? А я тебе забыл сказать, что колеса новые поставили, они вообще не выпадают, короче. Ну все, дядя, отойди. Нет. Господи. Так, главное, чтобы ты не взорвался, чтобы ты не испортил мне тачку, мать. Мы готовы пойти на все. Господи, вот жопа сделана прям вообще от души по машине. Железная жопа, да. Это короче, да. Новое производство. Вот, железных жоп. Хэштег железная жопа. Хэштег железная жопа, да. Титановая, ёпси. Я не знаю насчет титановой, я не знаю, как тебя остановить. Ох ты, дядька. Ты что придумал? А ты, кстати, по колесам тяжело, да, попасть? А их не видно вообще. Да. Сбоку только. Ну вот. Ну, короче, я не знаю, мент, что ты будешь делать, но я поехал еще кружочек и в аэропорт. Еще кружочек и в аэропорт? Да. На дедовской машине? На дедовской. Волжаночки. Опа, может, опа. У тебя у деда еще и самолет личный есть, кукурузник какой? Кстати, да, он может улететь еще. На тебе в жопень, господи. Ой, как ты напугал нас, а. Ну ладно, мент, ты мне надоел. Ой! Ой, ой! Вот это было красиво, да? Кому что? Красиво, что я сделал вообще? Да, да ничего, я, короче, полетел, я тебе свертухана дал. А где, подожди, пистолет-то где? Опа-па-па-па! Ты что делаешь там, а, дядька? Я хотел М-ку достать из джипа, не успел. Вот это перестрелка с дедом, ёпси. Ой-ой-ой, почувствую. Ты же не дед. Не, почувствую. Я дед. Я даже этот поднял, чтобы он меня спас. Ёпа-мать, вот это хорошо залетело, кстати. Вот это да, вот это дед-стрелок. Блин, просто-просто убил полицейского при исполнении. Да, а ты что хотел? А ты что, опять обиделся? Да. Умный. Так, ну, хорош, слышь. Хорош, слышь. О, смотри, что-то светится. Где? У тебя жопа светится. Ну, тоже возможно. О, смотри, что я сейчас сделал, смотри. Оу, нифига себе. Самоубийца просто. У тебя орех вообще светился сейчас нормально. Ребятки, в общем, вот такая погонька сегодня была. Надеюсь, вам понравилось. И игрушечные тачки, и обычные тачки. В общем, все сегодня были. И, в общем-то, получилась классная погоня. Да, ребят, если вам понравилось, то... Господи, боже мой. Если понравилось и вы хотите увидеть еще раз, я вам еще раз покажу. Смотри, 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 смотри. Господи, что он делает? Смотри. Нормально. Нихера тебя капотом убивает. Господи, ребята, за это надо ставить лайк. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Пока-пока.